часто не удается снять весь цикл или, скажем, процесс клёва, подсечки и вытаскивания карася. Потому что экшн-камере Sony, настоящей Sony, нужно довольно длительное время, чтобы включиться в работу. Из-за этого мы часто теряем много самых интересных скоротекущих моментов рыбалки. А именно поклевку, подсечку и вытаскивание рыбы. Немного об этом будет в этом видео. Ветер такой поднялся. Ну, смотри, пик. Включилось, пошло. Вот только что Диба вытащил карася. А у меня камера работала, а я думал, что нет. Выключил ее. У меня что-то клюет. Клюет, положи, ложит. Нет, есть, но не карась. Вот так и снимаем мы. То включишь, что выключишь, уже в голове всем помутилось, не понимаешь, она включена, чи она выключена. Ужас. Но ничего. Снимаем дальше, ребята. Вот, когда он пробовать начинает. Мимо. Вот они, черныши. Черные наши ребята. Спина вообще чернота. Вот еще один чернявый. Черные плавники, ужас. Черный какой-то, камышовый. Зашел. И как всегда при выключенной камере клюет. Черный ворон, я не твой. Не туда. Так, успокою его. Дадимчик, без подсадки. Ну давай, с подсадкой. Для гарантии, для гарантии. У меня такие клюют, у Димы покрупнее, ребята. Да, тихонько, сильно не крутись. Вот боком стоит. Как не поставил он боком. Я хочу его показать, какой он красивый. Ну, черный, черный. На нашем другом месте там они золотистые, красивые. А тут черноперые. Меняли батарею, вот попался. Я автоматически рукой до шапки включать камеру.
А он попался. Ну, небольшой, маленький. Но очень сладенький. А застрял. Хорошо зацепился, наверное. Ай-яй-яй. Зацепился он за верхнюю, за уголок рта. Но крючок держит обалденно. Ну да, это уже килограмм, наверное, потянет. Этот карась. Подожди, я включил тени. А ну, Димчик, глянь. Да. Фу, ну все, тогда сняли. Красе, красота. Вот это, конечно, удобно. Ну да. Да вот так и будем в тандеме работать, да? Да не, хорошо, уже уму полностью. Ёлки-палки, убьёшься. Не хочу же тебя вымазывать. Да. Так, крючок этот, не, вот так сбоку за губу, хорошо. Ты видишь, пучок целый отделай, пожалуйста. Димы. Середняк. Вот уже у меня такое было, чтоб клевал сходу. О, погода устаканилась. Ветерок затих, солнышко вышло, ну и карасик начал проклевывать хорошо. Отогнал мелочь, клюет красиво, выкладывает, не прозеваешь. Не всю мелочь отогнал, он дергает, во всю тягает. Тянешь так, как будто черноту какую-то. Ты посмотри, какие они черные. Середнячки, да. Только в лодке запищало. Тут уже как зашел, так фиг ты ее вытащишь. Ты смотри, то туда перепрыгнет, то туда. Опять Дима отличился. А это не глубина большая. Вот тягает. Смотри, за краешек губы, Димчик. Ты, ну, я не понял, что это клево. Вообще. Ужас. То мелочь досаждала, так что нельзя было закинуть. Ложи, как ты там правильно. Ну что же, рыболовы, наши подписчики и зрители, заканчиваем мы на этой ноте. Так что здоровья и удачи вам в жизни и на рыбалке.